яйца с трещинами. Казалось бы, теперь их точно не отваришь. Белок может вытечь и потерять свои вкусовые свойства. Однако это вовсе не проблема, ведь все можно исправить. Чтобы при варке треснутые яйца не вытекли, используем пищевую пленку. Для этого отрезаем нужный размер. Отрезаем приблизительно столько пищевой пленки, чтобы можно было запаковать яйцо. Затем нужно яйцо обернуть как можно плотнее. Теперь опускаем их в кастрюлю с холодной водой. Варить яйца в пленке надо на 2 минуты дольше, чем обычно. Кстати, таким образом можно готовить и целые яйца. Пленка не только убережет скорлупу от потрескивания, но и позволит легко ее очистить.